Снил джерианг? Leren, doe je net. En is ze geriet? Ja, dat doe ik aan niet geriet. Снил джерианг? Decision gerecht. Luchu emperanche Dimine geneken unenek. К чему слезы? Проклятие сняли. Ты ведь сам знаешь, страхом матери, потерявшей дитя, нет конца. Так же, как гневу отца. Страхи и гнев всегда приходят на смену горькой утрате. Прошу, дай мне побыть одной. Прошу, Неп, пойдем. Оставь ее, дай погоревать. Я могу что-нибудь сделать? Она нашла некий древний текст о ритуале защиты. Осталось собрать всего несколько... Я помогу. Стой, Неп! В нетерпении не сыскать покоя. Хозяйке нужны части свежих туш священных птиц. И, пожалуйста, принеси талисман плодородия из синего фаянса. К югу от храмовой купальни есть лавка, где ты сможешь его купить. Тогда жди меня на дороге, ведущей к пирамидам. Береги себя. Сперва достану талисман, потом займусь птицами. Брошенный склеп? Служанка сказала, лавка здесь. Что-то не похоже. О, Нэп!
Добро пожаловать в мою лавку. Миджай, как неожиданно. Давненько я не видела твоих братьев, Миджай. Нас не так много. Впрочем, как и тех, кто торгует в склепе. Моим гостям не нужно внимания. Только это дешевое барахло? Гости знают, у меня есть все, что нужно. Надеюсь, и то, что нужно мне. Я взгляну на товар? Ну, конечно. Не стану тебе мешать. Извини, мне придется отлучиться. Скоро вернусь. Это список. Тут есть талисман из синего фаянса. Надо еще поискать. Нужны колдовства? Здесь ничего ценного. Но зачем торговка хранит это барахло? Явно что-то скрывает. А во втором зале собран земной скарб Харапола и Шеш для безбедной жизни в полях Иалу. Но это лишь часть текста. Интересно, что там дальше. Торговка не хотела, чтобы я нашел тайник. Товар верно краденый. Талисман плодородия. Таймхотеп будет рада. Но! Довольно здесь рыскать, Миджай. Ты разводливаешь покупателя! Да простят меня величайшие мастера ремесел. Я был уверен, что это он навлек проклятие на Ментис. И не ты один. Что было, то было. Да простят меня! Прочь с дороги! Разой проклятие! Спасайте, кто может! Да простят меня величайшие мастера ремесел! Я был уверен, что это он навлек проклятие на Ментис. И не ты один. Что был? Однажды я ходил в храм на молитву и разговаривал там с жрецом Анубисом. Служанке нужен язык фламинго. Position, get it.
держимся вместе! Сдохни, тварь! Вижу врага! Ты будешь страдать за это! Я все нашел. Таимхотеп ждет меня на дороге к пирамидам. Для ритуала Таимхотеп нужны перья. Я нашел все, что ты просила. Провидец был прав. Тебя послали сами боги. Ритуал нужно провести под тенью луны у самого подножья пирамиды Джосера. Ты сможешь защитить меня и мою служанку? Дорога туда может быть довольно опасной. Смогу. Тогда можем отправиться к пирамиде и там подождать наступления темноты. Здесь довольно опасно. Почему ты без стражи? Ритуал должен проводиться. Поэтому ты выбрала обходной путь. Да, здесь редко, когда увидишь людей. Народ перестает доверять мужу, потому что у нас нет сына. А я уже потеряла столько детей, что они точно решат, будто муж не угоден богам. Народ уже начал шептаться. А ведь это я навлекла на нас позор. Небет, это не твоя вина. Тихо, Мара. Ты добра, но в свитках все сказано ясно. Полного рожденного зависит только от женщины. Я не верю в это, Небет. Мара, хватит обсуждать одно и то же. Давайте-ка помолчим. Не то кто-нибудь может услышать наши разговоры. Нашел! Я выпотрошу тебя! Это верно. О? Вот ты где!
Мы добрались. Мой меч готов покарать каждого, кто рискнет помешать. Да поможет тебе сам Птах. В детстве каждое утро я повторял за отцом клятву Меджая, обещая помогать людям. Я Меджай. Я перо в орлином крыле. Живой клинок, что бьет с небес в самое сердце хаоса. Я истина, что скрыта. Бдительный страж. Дитя Нила. И защитник всех людей. Меня не убить. Ведь я уже среди мертвых. Приди ко мне днем, и мы пойдем домой. Эту клятву я хотел передать сыну. Stop!